Сегодня министр здравоохранения Гульнара Баатырова встретилась с делегацией ученых во главе с ректором университета ИНОНУ Турецкой Республики доктором Ахмет Кызылай. С 13 по 16 декабря делегация университета встретилась с руководителями организации здравоохранения третичного уровня Бишкека и поделилась своим опытом в области трансплантации органов с целью обмена опытом. Профессор Сезай Йылмаз, директор Института трансплантации печени при университете ИНОНУ, представил информацию по работе клиники и подробно рассказал о проводимых там операциях. Как отметил профессор, в клинике университета ИНОНУ ежегодно проводится 350 операций трансплантации печени. Это одна из ведущих клиник Турции. Министр здравоохранения Гульнара Баатырова сообщила, что по итогам встречи будет составлен меморандум о сотрудничестве. По итогам встречи будет составлен меморандум о сотрудничестве между университетом ИНОНУ и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Это будет большим успехом в рамках улучшения оказания медпомощи лицам, которые нуждаются в трансплантации органов. Также по итогам этой встречи было озвучено о возможности для кыргызских врачей посетить Турецкую Республику для обмена опытом и обучения, а также рассматривается строительство в Кыргызстане современной клиники по пересадке органов.